Всем привет, это награждение Лиги Федерации Киберспорта Казахстана. И рядом со мной стоит капитан One Way Теймураз. Привет. Здравствуйте, меня зовут Теймураз, игровой никнейм Poison, Мелиса Муратов. Расскажи, как комьюнити Fortnite в Казахстане развивается и существует ли оно вообще? Да, комьюнити Fortnite в Казахстане очень большое, даже группы ВКонтакте есть большие. Но у нас какой-то слишком агрессивный комьюнити. Например, перед участием доходили до такого случая, что люди желали проиграть и так далее. Но после победы они все извинялись. Ваша организация, вы, в принципе, адаптируетесь под смену регламента, то есть сейчас же сквад. И у вас есть ли у вас в планах набрать еще фортнайтеров для того, чтобы вы могли представлять их? Да, мы хотим добрать еще трое игроков в организацию, но пока еще выбираем. Конечно, нет точного ответа. Какие вообще планы? То есть я знаю, что вы очень молодой, и, в принципе, у вас перспектива большая. И есть ли у вас дальнейшие планы именно как реализоваться как киберспортсмен, остаться в этом, или пока что вы рассматриваете это как что-то временное? Нет, я буду пробиваться только в киберспорте, и мы поеду на буткемп, чтобы участвовать в крупных турнирах. Были ли у нас на Лиге Федерации какие-то именитые игроки помимо вас? Потому что лично я, когда смотрел заявки, я увидел One Way, я понял, что ну это серьезные ребята, и остальные вроде бы как-то было, знаешь, ну не туда и не сюда. Ну, только единственное, это мой тиммейт дуо Габелла, только он, а больше никого не знал. И нам очень легко было выиграть. Ну да, мы видели этот чат в Дискорде, знаменитый после вашей победы. Наверное, будем потихоньку завершать. Можешь передать благодарность, приветы. В принципе, самое время. Я хочу передать благодарность моей организации One Way Sports за предоставление очень хороших условий. И привет маме. Мы находимся на вручении, и это капитан команды One Way. И всем спасибо.